Пока одни чиновники, чтобы быть ближе к людям, выходят из кабинетов, Ратмир Мавлиев из него выезжает. Мэр Уфы провел совещание на велосипедах. Тема – развитие тропы Уфимское ожерелье. Только что я отстал от группы. Надо сказать, что тому есть оправдание. Наши госслужащие в хорошей форме. Совещание проходит в быстром темпе. И угнаться за работниками мэрии непросто. Представители администрации осмотрели тропу между Октябрьским и Орджоникидзевским районами. Здесь предполагается создать благоустроенную велодорожку. Примерный маршрут таков. От сквера Воронки к 18-й больнице, оттуда на улицу Блюхера, затем на железнодорожную станцию ГДК. Конечная остановка – спорткомплекс «Биатлон». Более 4 километров тропы будут пролегать преимущественно по лесу. При облагораживании участка деревья останутся нетронутыми, зато появятся новые элементы благоустройства. Это и велодорога, и освещение, и входные группы, и мафы, и какие-то объекты, скажем, ну, благоустройства, необходимые людям. Приступить к строительству участка намерены в этом году. В ходе велопрогулки мэр Уфы общался с горожанами. Уточнял, где уфимцы хотят увидеть объекты благоустройства, и спрашивал, чем они недовольны. Жители столицы пожаловались на мусор. Мы всегда после таких выездных совещаний составляем протокол, делаем, назначаем ответственных. Очень много мест, где мусор еще не собрали, поэтому вот в этой части тоже посмотрели. Задача поставлена, в течение недели будет отрабатывать наши коллеги. Выездное совещание на велосипедах продлилось 1,5 часа. Госслужащие преодолели 10 километров. В ходе поездки Ратмир Мавлиев открыл для себя несколько живописных мест. Он планирует посетить их вновь, когда отправится на очередную велопрогулку. Артем Сулейманов, Эльдар Гареев, Сиауфа.